Всем привет. Продолжаем строить город Вальхейм. Так, я хочу попробовать, наверное, сделать усиленную конструкцию. Потому что у меня здесь будут башни. Главный вход на территорию замка. Здесь башня и здесь башня. Блин, тут дом стоит. Что делать? Так, я узнал, деревья вроде растут за пару дней. Так, можно. Ну вот тут кучка деревьев стоит. Их, наверное, трогать пока не буду. Пока строюсь, видно будет. Если они, правда, быстро растут. Так, как мы этого сделаем? Так. Наверное, мы... Надо примерно рассчитать. Так, я повыше сделаем. Раз, два, три. Ну, три, наверное, хватит. Так. А, я же хотел усиленно. Ну, сейчас, короче, сделаю границу. Сколько у меня? Раз, два, три. И надо, наверное, тоже сделать с отступом, да? Да, можно, в принципе, квадратное сделать. Ага, держаться ты не хочешь, да? Вот ведь... А как? Либо мы поднимем, либо опустим. Давай лучше опустим. А, наверное, упадет, да? Если я выкопаю. Сейчас попробуем. Так, не ставится. Хотел поставить. Оно. Вот так сделаю. Так, блин, получится? Нет? Ё-моё. Так, надеюсь, не упадет блок. Ладно, так давай. Так. Так, ну чё? Где эта золотая середина-то? Ага. Так, нет. Во, всё. Держится, да? Тут не держится. Ну, ё-моё. Вот, три. Стоит. Тогда это мы сломаем пока что. Сделаем башни. Сломали. Да, пускай так будет. Колонны больно выделяются. Как вот? Тогда ну давай. Или что, тут же у меня продолжение будет стены, наверное. Или нет, я лучше, наверное, тут сделаю. Тогда давай это уберем и вот так поставим. Вот.
Насколько глубоко она входит? Блин. Ну как-то сваривается, может. Понятно. Ща. Сделаем в отдельном месте тестовую башню. А вот давай тут. Типа. Так. Еще бы подняться, да? Ах, он так высоко-то не прыгает. Сделаем тогда ступенькой. Красненькая, уже оранжевенькая, так еще держится. Все, ну вот это максимум получается. Теперь спускаемся. Больно будет? Ой, как больно-то. Так, секундочку. Теперь попробуем. Ну, наверное, ничего не поменяется, если я тут земли добавлю. Ай, на этой же высоте надо их построить. Так. Как поступим? Давай для основания железные прутья. Так, да? Потом закопаем их. Так. Или что? Не, наверное, сперва поставим вертикальные. Так, вот так. Так. Блок как поставится? В середину ведь не поставится он. Ну, хотя, ну, блин, не знаю. Ну да, как-то можно поставить. Тогда оставим так и закопаем землю, да? Конечно, вот. Мы эти прутья там оставляем. Но я попробую потом еще один способ. Вот у нас прутья в земле. Стоит ли там делать решетку на полу? Так. Как это, блин? Где-то была золотая середина, главное поставить, чтобы это было внутри блока. Ну, вот так, ладно, пойдет. Так, получается, мне надо делать. Ой, молоток сломался. Да? О, вот так вот. Ха-ха, получилось бы у меня еще это все поставить. Так. Во. И не свалиться бы мне. Так, аккуратненько. Не хочет обосраться. Захотел. Ну, ё-моё, это такой геморрой получается. Сейчас. Ах, ёп! Надеюсь, это было оправдано, да? Как мне залазить теперь? Ну, сливаюсь. Я
допрыгнул уже, да? Нормально, так. А, забор. Да уж. Но... Но пока все зеленое, или что? Вот смотри, там зеленое, да, было? Тут пока зеленое здесь. А, ну сейчас узнаем, в принципе, да. Так. Уже желтое. А желтое там было. Ай, не свались, ё-моё! Блин, по-моему, разницы вообще никакой. Если давай закопаем вообще блок первый. Я, конечно, в интернете еще не смотрел. Не меняется вообще никак. Типа, каким образом мне поставить высокие башни? Мне же еще замок ставить. Если... Смотри-ка, раньше та высокая, самый последний блок был желтый, сейчас он зеленый. То есть надо обязательно крест-накрест. А, интересно. Сейчас попробуем залезть. Можно попробовать встроить внутрь стены. Так, как у нас? Оп. Ха! Отлично! Как это я сделаю-то? Длина. Ладно, так сделаю. Мне главное проверить. А давай-ка. Ага, ну, блин, ладно. Вот, блин. Thank you.
Короче, я точно понял то, что это реально действует. То есть там красное, тут зеленое все еще. То есть это вот стопудово работает. А я чисто случайно нашел такую конструкцию. Пойду посплю. Нашел где-то на краю мира старый мост, решил его сломать, а там вот такая конструкция. И что мне делать? Сейчас я попробую усилить каким-то образом незаметным. Получится, нет? Да. Можно. Блин, не то. Так, блок. Можно сделать незаметное усиление. Где-нибудь, допустим, через определенное расстояние делать подъемы блоками. Тем самым там будет скрываться. Блин, верстак мешается. Так. 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 Как вот это? Нигде такое не провернуть. Только если не сломать. Ну, кстати, липнет. Да, вот переделано. Так, надо как-то снизу это сделать. Так, предпоследний ряд желтый, а тут вообще красный, тут еще краснее, запомним, короче. Все еще желтый, а там красный, да? Где больно тонко. Ну как-то так. Не могу я добраться до основания. Именно вот до того основания надо, блин, не могу. А, там блок. Ну вот.
такое приложить. Так, там пока все без изменений. Ой, ты чё? Он отталкивается от стены. Вот ведь я... О, смотри-ка. Уже зеленая. Была красная. Нормально. Ну-ка. Я попробую еще. Ай, е-мое. Так что, в принципе... Можно так и построить. Просто... Потом уже усиление сделать незаметное. Те, кто это смотрит, потом не знаю, можно, не можно. Но я постараюсь карту оставить, чтобы ей пользовались, когда сделаю. Короче, если кому-то достанется эта карта, он знает, как с легкостью разрушить город. Сломать эти опоры и готово. Блин, молоток сломался. Ну, смотри-ка, уже... Сейчас. Тут вот оранжевая, да? Блин, не могу, не могу. Желтая, зеленая, зеленая, а нормально. Это, ну я говорю, отталкивает его. Так. Все еще желтые, ладно. Все равно желтая, да? А если мы так сделаем? Зеленые, желтые, ну ё-моё, а тут красная, сломается, да, не сломается, хотя вот здесь так-то бы есть же. Торчать будет. Она красная. Недостаточно торчит. Thank you.
висячих нету, да? Только крутить. Может, я еще не добрался до этого? Там решил пробел-то делать. Два блока. Память у меня так себе, да. Два блока до середины, да? Блин, ладно. Еле блинкомом. Короче. Все это у меня нахлёст идет. Два блока и будет двойной. Тут. Или больно часто? Да нет, наверное. Тут же ступеньки есть. Я просто думал об этом. Где-то на этом уровне мне тогда надо еще одно усиление. Ха-ха-ха. Я не могу туда вставить. Блин. Сломать, если я сломаю, падать не будет. Отлично. Ставлю тебе посередине будет. Немного насадил, да? Ну вот. Ай, блин, торчит. Да и как-то больно выделяется. Вон там торчит немного. Можно сделать. Так вот. Так, не понял. Так, да и не будет торчать, да, не будет. Блин, я не знаю. Типа такого.
Мне надо земли добавить немножко, так чтобы уж точно там, блин, портал. Так, немного сгладим. Явно бы поднять. А в принципе, не заморачиваясь, если делать-то сразу такое усиление. Что там? Так. Сколько тут звеньев? Раз, два, три, четыре. Как-то так, да? Пониже спуститься. Закопал, блин. Этого больно много. Ну, хотя бы так. Ты чё ломаешься-то? Вот, ну чё вы? Еще сломалось. Надо вот, чтобы те блоки стали зелеными. Тут уже вон зеленая. И кстати, ведь где-то здесь башня начинается. Цвет меняет. Так, мы как тут делали?
Ага. Это уже торчит. Блин. Все придется сломать. Блин, ё-моё. Или чё? А, так а чё я делаю? У меня же тут башня будет. И вправду. Сколько тут блоков-то получается? Сейчас посплю. Можно и починить сразу. Так, не туда зашел. Так, надо бы, наверное, сразу сделать. О, нет! Тут, кстати, тоже усилять придется. Хотел факелы поставить. А чё? Нету верстака. Ё-моё! А вот тут есть, да? Теперь нету. Так, это точно? Видимо. Пойдем мерить. Это надо убрать. О, сейчас ломается. Должно, по крайней мере. Аккурат. Вот видишь. Тут раз, два. Будет три. Вот здесь оно будет. Уже. Давай подальше сделаем. Чё тут? Я сделал-то чуть-чуть. Раз. Два. Три, четыре. Вот с четырех начнем. И сколько там на три? Ну, ё-моё, ну что такое? Ну я же еще. Усиление буду ставить. Короче, главное 4 блока и башня. И тут 4 блока. Так, раз, два. Три, да? Нет, нет.
4. Получается. Что это будет? Если я не ошибаюсь, 1, 2, 3, 4. Все. Придется это убрать. Портал можно не убирать, хотя тоже можно убрать. Что, блин, что у меня тут? 16. Надо не забыть, а то мне долго идти. Убрали. Там, где не будет мешаться. Ну, наверное, тут пока не будет мешаться. Помешаются эти дома. Вот ведь. Короче, я так сделаю. Ну, кажется, будет мешаться. Да, блин. Делаем контур. Получится сделать контур-то, ё-моё. Не хватает немного. Поставил? Да я... Думал, поставил я. Вот, поставил. Да, вот так сделаю. Тут на поворот. Блока. Блин, наверное, придется выкопать. Надо все сделать точно, чтобы потом не ошибаться. Тут только один вариант.
докопать до стены и оттуда уже строить. Блин, все равно торчит. Так не крути, да? Странно. Тут у меня у нас лёст. А, блин, все понял. Ну как так-то? Или одиночку надо поставить. Как там на хлёст идет? Я в угол. Следующее получается. О, вот так вот, отлично. Как сделать? В итоге это то же самое остается. Да, давай. Я все равно эту стену закопаю. А что это такое? Вот так, да? Надо где-то вот так вот. Oh.
приколы какие-то, как я это ставить буду. Тут же сомкнулась притык, а тут нет, по-моему. Там без зазоров. Здесь вроде без. Нет. Ладно, фигня. Если я сделаю как раз на этих углах и... Я про усиление не вижу. Мне же надо эти башни высокие построить. Где-то, наверное, посередине. Точно надо. Или колонны сделать посередине здесь. Тогда тут декор нужен. Ну, наверное, такой бы подошел. Не видно. А, земли добавим здесь. Стены нету, поэтому он не сразу ставит. Чем мы дальше будем? Тут, наверное, все одинаково пойдет с блоками, да? Так, как? Или нет? Или тут не так? Да, вроде так. Криво, по-моему, пошло, нет? Или так задумано ко мне? Ой, ёп! Моё! Thank you.
Так, я так высоко не смогу, да? Прыгать. Уже темно. Ну, тут все так же зелено. Так. Я не вижу. Темно, блин. Ё-моё, мне сейчас ломать надо. Чё, почему оранжевые? Это все что ли? Я немного напрягся. Уже красная. Хм. Что делать? Я высоко, и кровать-то где? Я же ее сломал. Что так темно? Давай попробуем сделать быстренько мостик. Так, это что-то мало, по-моему. Так, куда поставить? Так. Пойдет. Надо хотя бы... Ой, ой, блядь! А-а-а. Ладно. Кровать я просто ведь сломал. У меня нет дерева, офигенно, а чё мне? Больно темно. Давай. Давайте надо поставить, я все забываю. Она мне хватит. Да блин, забор. Тут какая-то кровать побольше есть. Помещение, ай, ё-моё. Ну давай. Всегда мечтал на такой кровати поваляться. Ну чего такой-то? Ага, и это сломался.
Что, я тебе не помещение? Ой! Наверное, то, что она торчит немного. Кстати, а что она торчит у меня? О, давай так как-нибудь. Помещение. Ну что такое опять? Вот. С видом на костер. Починили. Да. Мне похоже надо домой сходить или как? Там что у меня стоит? Да, наверное, сейчас бегаю быстренько. Инструмент надо починить. Еще бы я хотел. Так, это не то. Ну, я все пронумеровал, да? Ладно, потом. 15. Где я заходил-то? Тут. Вот, 16. Что-то я испугался немного. Ой, блин, я упал. Как мне туда подальше это сделать? Так, я думаю, туда бы. Тоже хорошо. Да блин, все трясется. Кажется, я видел, он как-то стыковался уже.
Чё вот как? Было же. Что-то было. Нет, не успел. Было же, да, было. Ай. Нервотрепка, блин. О, ну наконец, блин. Что такое? По-моему. Да, похоже, где-то у меня не стыканулось как надо. Ладно. Видишь, они чуть ниже. Да, кажется, было. Я что-то такое заметил, но... Ладно, думаю. Фигня. Ну да, вот, кстати, смотри, тут зеленая. Значит, надо побольше таких конструкций делать. Почаще делать, и будет блин, надо, наверное, в центре этой башни сделать колонну такую толстую, массивную, чтобы до верха сразу была, а вокруг нее лестницу сделать. Я затеял город, да, ну короче, мне это надолго.
что я играю уже 3 часа примерно. А построил только это. Ну, так и будет, наверное, с такими высокими башнями. Надо было пол сделать мне. Вот что. Кстати, вот деревянный пол, он, по-моему, не требует этого. Так, а где, какой блок-то был? Не знаю. Что такое? Если я не ошибаюсь, то на этой высоте. Ага, таких нету, значит, блоков. Смотри, вот так делать, да? Ничего, они там повыше. Ну да ладно, наверное. Сделал на этом же уровне. Че, оно не как раз, что ли? Ну как так-то? Блин. Странно. Да даже если так бы я сделал. Два. Хотя нет. Да блин. Короче, надо бы переделать. Давай сделаем на одно выше. Главное это не ломать. А то я свалюсь. Я не вижу. Где еще держится-то? Там что ли? То, что с двух сторон, оно зеленое, да? Мне это постараться надо будет еще.
О, показалось, что там пропасть. Надо тут определить, где центр. Ну вот плюс-минус по этим блокам. Все равно у меня тут будет небольшое смещение. Где там? Так, тогда центр. Ну вот получается, вот этот квадрат. Я же не упаду. Так, давай-ка временно поставлю. Да блин! Думал, временно поставлю, нормально будет. Ладно. Спускаемся. Ты же не свалишься? Нет, блин. Ну, знаешь, кстати... Мне просто надо... Это как раз с краю. Ну, блин, хотел, чтобы ты выдержал. Вот так, по-моему. Буду так чередовать, да?
Как я внутрь вставлю? А вот. Просто надо по бокам это убрать. Как бы вот эту башню надо будет высоко-высоко делать. Блин, упал, упал, ну что такое? Поспим. Что, криво поставил? Да ладно. По-моему, тут нет идеально ровных блоков. Ай, так. Я вот не знаю, может все-таки. Так. Делать в круг. Блин, сломал. Ну что такое? Так, так. 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 Я. Главное, чтобы мне вылезти. Надо один блок хотя бы поставить. О, поставился. А, тут тогда мы просто по центру сделаем. Все закопаю я. Узнаем, насколько высоко такая конструкция поднимется. Со всех сторон обкопаю, точнее закопаю.
Блин, ну если вот на этой высоте он где-нибудь закончится, блин, вообще обидно. Ну чё, где там? Насколько хороша такая конструкция? Я не понимаю, в каком направлении я сейчас делал. Блин. А, ну вот так повелить можно. Все вроде правильно. Так себе, конечно, стена получается из металла-то. Что ты? Пока зеленые. Надеюсь, так оно и будет. Впредь. Thank you.
Так. Ну да, пока все еще зеленое. Если, ну, пока все удается, тогда просто надо почаще соединение ставить. И тогда будет ставиться. Ну вот сейчас до определенной высоты подниму. Все равно эти ворота слишком-то уж высокие не будут. Я тут заметил. Не все соединения я состыковал. Но похоже держится. Что там плюс-минус-то? Все равно все пересекаются. Да, все. А, ну, места, в принципе, нормальные. Тогда так пока оставим. Блин, падает-то высоко, да? Ага, сейчас погоди. Надо здоровье-то пополнить. Как-то это сделать надо мне. Ой, падаю. Сломал, да? Офигенно. Ну что, они ставят сюда? Странно. Тут просто я думаю сделать пол каменный. Мне бы
Что там? Не могу поставить поперечины, чтобы за них уцепиться. Прикол какой-то это или что? Так так могу. Ха. Так, ну давай вот так, так сделаем. Максимальное усиление, если это поможет, да? И чё, если я поставлю поверх, не поможет ведь, да? Достать. Нет, не стоит. Блин. Куда мне прыгать? Ай, больно-то как, да? Это башня.
Что там уже почти дошло, да? Сейчас проверим. Я еще. А, тут наоборот у меня, да? Не видно просто. Блин, больно большой. Это больно не в аккурат. Если такое делать. Нет древесины, ой, ё-моё. Либо из дерева сделать. Я, наверное, крышу тут сделаю. Тогда вообще пофигу, из чего будет пол. Чтобы уж не заморачиваться насчет этого. Ой-ой-ой, чуть не упал. А если, допустим, хватит только центральной башни, не делать здесь вот таких штук, а сделать крестик такой, сюда, сюда, вот как там вот есть. Типа мы, надо было мне переделать немного, получится, так не получится. Сейчас. Даже так отлично.
аккурат, да? Ну, пока вроде зелено. Даже там, ну. Посмотрим. Может, это правда? От основного фундамента, да, от основного столба делать ответвление. Ой, блин, нет! Ой, кошмар. Ну вот как вот, а? Ну все, теперь я тут себя захороню. Сейчас закопал.
Там такой блок, что ли, стоит. Какая-то штука. Что такое? Ой, ну как, блин. Почти упал. Что такое-то? Почему? Здесь надо по-другому как-то делать. Выносные элементы вот на этом уровне. Так, типа. Здесь, допустим, тут внизу. А вот получится ли мне это сделать? Thank you.
Итак. Ну чё, блин? Опасно было. Странно, по-моему, уже. Что-то отступилось. Вот ведь я. Thank you.
Ай, блин, упал. Как так вообще? Уже оранжевая. Надо уже усиление крепить. Нет, нет, нет. Блин. Ешь давай. Надо где-то снизу брать. Это не работает. Если я тут сломаю.
Там все равно красные. Там зеленое все. Странно. Не, вообще никак. Тогда, ну, здесь-то вот поменялось. О! Так, сейчас подумаем. Если мы сюда поставим, я типа не шарю. Вот там вот пусто у меня. Если мы соединим с этой стеной, укрепится ли вот эти укрепятся ли? Ну вот тут зеленый, нет, блин, там оранжевый. Как поступить? Факел тут явно лишний. Тут тоже лишний.
Ничего пока не меняется. Плюс надо где-то сделать мне сам вход. Так, тут, наверное, сделаю. Ну, блин. И как тут? Thank you.
получится, не получится. Сейчас попробую. Там зеленое стало все. Ну и отлично. Дело поправимо. Пожалуй, на этом мы закончим. Продолжение стройки будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.